мы решили подарить тебе наш питбайк. Строится? Станет на одного мотоциклиста больше. Я все-таки решил взять питбайк. Долго выбирал, остановился на питбайках Wales, так как мне понравилась там цена-качество. И вчера произошло то, чего я никак не мог не ожидать. Они мне обещали до этого хорошую скидку, но вчера они позвонили и сказали, что у них есть для меня подарок, какой-то сюрприз. И я могу догадаться, что, возможно, они мне его даже подарят. Ну, или сделают какую-то вообще супер скидку. В общем, пока, честно, сам ничего не знаю. Надо ехать, а там уже на месте разберемся. Все, желаю всем приятного просмотра. Готовьте чаёку и погнали. Итак, мы прибыли на место, в главный офис. И я уже тут вижу разные агрегаты интересные. Вот этот, как, который я смотрю, да, только зеленого цвета. Далее, вот это тоже старый, да? Да. Мне нравится Monster. Monster Energy. Заходим, заходим. О-о-о. Это уже красавчик, да, полноценный? Вот, смотрите, здоровый. А, да ладно, вы еще делаете те самые, как там, снегоходы? Конечно. Че, реально 60 тысяч рублей стоит всего лишь? Подписчикам со скидкой. Подписчикам. Ну, мне тоже со скидкой. Вот это стоит 60 тысяч? Ну, не 60, чуть-чуть дороже. 70? Что-то хрен знает, на самом деле реально BMX дороже стоит. Этот 99. 99 всего лишь? Вот такой надо бате подарить на день рождения. Вот такой он здоровый. А сколько здесь кубов? 200? 250. 250? 100 тысяч всего, да? 99 даже, да? Да, тебе дешевле. Не, ну все, папе надо сделать подарок. Вот, это он. Так, я его уже вижу. Выкатывается. Да, это тот самый. Это, кстати, именно этот питбайк, который я смотрел до этого. Я долго выбирал, какой взять, 140 кубов или там 250. В итоге остановился на этом. Выбивал у парней скидку, но, походу, скидка будет большая. Какая скидка будет? Максимальная, я думаю. Максимальная? Да. Мы решили подарить тебе наш питбайк. Реально? Подарить? Да. И я ничего не должен? Ни капли. Я не знаю, что говорят такие моменты. Мне такое, кстати, никогда ничего не дарили. Я просто даже не знаю, я не был готов. Я думал, что когда-нибудь возьму там в середине лета. Но тут как бы парни меня реально обрадовали. Это лучший подарок на день рождения, который когда-либо мне делали. Че, тебе надо объяснить, как ездит-то на нем? Ручка газа, как на мотоцикле. То есть здесь аналогично. Надо органы. Будет переключать передачи, да, все по-настоящему? Да, да. Сцепление, передачи. Здесь коробка немного другая, все передачи наверх. Подарок даже заводится. Что, мне так он уже нравится. Адская тема. Да нахер. Ну, мне понравилось. Только рулится он не как BMX. Ну, да. Чуть-чуть как-то по-другому, но похоже. К сожалению, здесь на нем погонять во всю мощь нельзя, потому что это тут промышленная зона. Но, думаю, сейчас мы отправимся куда-нибудь там на пляж или в лесок, чтобы протестить. В общем, встречайте. Это новый питбайк и, думаю, даже новая небольшая рубрика. Погнали! Ребята, помимо самого битбайка, оказывается, мне подарили еще экипировку. Шлем и мотоботы. Я, честно, не знаю, для чего нужны мотоботы. Как мне кажется, я и так могу. Но они мне настоятельно рекомендуют их одеть. Чувствую себя каким-то супергероем у них. А для чего вообще мотоботы нужны? Чтобы ногу не оторвало? Ну, чтобы не сломать. Не сломать. Ну, тут точно ничего не сломает. Мачете, ниндзя.
давай тогда сейчас мы берем шлем. Перчатки. И гоним. Погнали, давай, давай. Я только за. А шлем это важно, да, на самом деле? Очень важно. Очень важно. На этом экономить нельзя. А на чем можно экономить? Ни на чем. Ни на чем? Сейчас нужно еще выбрать цвет, выбор угнетает. Вот, это идеально подходит. Как перчатки, нормальные? Да. Четкие. Фокс. Нормал. Сейчас будет самое интересное, это как мы его будем грузить в тачку. Смотрите, лайфхак. Как загрузить вот это вон туда? Мне, если честно, кажется, это невозможно. Он просто гигант с тачкой. Парни говорят, что он все-таки зайдет. Я в это что-то не особо верю. Давайте, давайте. О, все. Давай, давай. Можно его так поехать? Ну, в общем, как-то вот так, наверное, мы его и будем возить. Можно засунуть туда. Как можно? Не, не получится. О, да ладно. Че, прям закроется? Конечно. Да ладно. Вот это, брат, красава, давай. Не зря учишься на красный диплом. Короче, огонь, питбайк вообще легко влез даже в четырку. Просто мы сняли одно колесо всего лишь, одно, и все. Огромное вам спасибо. Вы сделаете, думаю, мою жизнь ярче. Покажи, покажи. Опа, и там тоже питбайк. Только пришлось немного повернуть руль. А что, мне нравится эта тема. 5 литров залил и все, гоняешь весь день. Даже, думаю, не весь день, а неделю. Итого у нас вышло... 354. 354 рубля, это просто так мало. Мне уже этим начинает нравиться питбайк. Давай, давай. Давай, встретили еще подписчиков. Это судьба. Сейчас испытаем новые ощущения. Но, как обычно, я всех прошу, ни в коем случае не повторяйте то, что вы увидите в реальной жизни. Итак, все, я готов. Маска есть, шлем есть, перчатки, мотоботы, байки. Мы что, прямо в лес поедем? Так, заезжаем уже сразу в эту трассу. Бля, куда ехать? О, давай трамплин, трамплин. Мне нравится питбайк уже!
вообще фрирайд такой. Я заглох. Сейчас я заведу, подожди. Так, как это делается там? Так. Да, и все. Нормально, нормально. Я думаю, это обычная ситуация для новичка, да? Это классика. Это классика. Не, я специально... Шишки падают в лесу, я иду на колбасу. Тормоз задний вот. Все. Стой, стой, стой. Немного газу. Отпускай, отпускай медленное сцепление и газ. Ну как на тачке. Давай. Давай, давай, давай. Отпускай сцепление. Много, много блин. О! Тихо, тихо. Не сбей меня, не сбей. Брат сейчас гоняет. Аккуратно, аккуратно. Ну я пока еще боюсь, и в принципе это меня спасает. Я как бы не топлю на максимум, но мне кажется, вот это очень опасная тема, потому что на покатушку третью, четвертую уже будет ощущение, что я все могу, типа. И вот тут она опасность. Как бы очень легко разбиться на таком мотике, как... Короче, нормальная тема. Я очень рад. Большое спасибо, что подарили. Да, даже ссылочку оставлю в описании. Вот, тема прикольная, стоит как BMX. BMX лучше, но это тоже крутая штука. Вот, очень опасная, но если применять ее с умом, то можно, в принципе, довольно круто фаново проводить время. Вот, я очень рад. Первый раз, конечно, я еще не особо понял, что это за штука, но мне очень нравится. В общем, скоро будут новые видосы. Так что ждите, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось, понравился мой подарок. Это самый дорогой подарок на день рождения, который мы делали. Вот, с вами был Дима Гордей. До новых встреч.